короче, вот такой вот трофей. Крокодайл. Да, крокодильчика. Ну что, Павел Николаевич сказал, что мелковато, надо отпустить. Точно отпускаем, Паша? Да, отпускаем. Что, уверен? Мальков таких. Что там, 10 килограмм? Ерунда. Подожди, подожди. Чтоб никто не подумал. Давай, смотри, плыви. 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 Раскал отпускаем, а что отпускаем? Вот. Таких выбрасываем. Да? Просто выбрасываем. Можно оставить, на нее насаживать будем просто. И на нее ловить уже нормально. Ну вот это хорошая наживка. Наживка же пойдет. Да, пойдет наживка. Ну, вот как наживка, короче. Отлично. В принципе, вот начали нормальные наживки насаживать, да, вот пошла рыба клевать. Вот так. Отлично. Отлично. Щучку идет жерех. Отлично. Короче, вот эту щучку насадили в качестве наживки. Вот так вот. И что вы думаете, на нее клюнуло? Павел Николаевич. Вот такой гигант, усокунь.